поступил протокол заседания Политсовета партии «Единая Россия» в Ачинском районе. И поэтому вот также протокол собрания депутатов, формирования депутатской фракции. Поэтому вот руководство статьи 16 решения регламент Ачинска на основании этого регламента 22-26 устава, ну, предлагается зарегистрировать фракцию «Единая Россия» в Ачинском районном совете депутатов. Значит, члены фракции я озвучиваю. Курин, Калинин, Кириенко, Колпаков, Комарова, Корсаков, Пуртовых, Тюмнев, Хасанова, Слава Немана. Ну, в общем-то, вкратце все. Поэтому предлагаю данный вопрос направить на сессию. Вопрос есть ко мне? Предложение. Поступило одно предложение вынести на сессию. Кто за данное предложение, прошу голосовать за, против, воздержались, единогласно.